Всем привет! Я сегодня все поубирала, правда, это уже новая посуда после гостей наших дорогих вчерашних, хотя вчерашних, переходящих в сегодняшние, в 2 часа ночи мы разошлись. Вот, по-моему, где-то так. Погода плюс сегодня, более-менее сухо, но очень большой ветер. Вот, Сережка на работу уехал. А я какая-то Сонька невыспанная. Сегодня надо что-то готовить, что-то хочется вкусненького. У нас кроме супа и немножко вот этих корабликов ничего нету. И то дети у нас такое есть не будут. Нина, Назар, точно Вика вот так сало убирает и только картошку может поесть. Вот, поэтому сегодня сейчас сделаю себе кофеечек. Наверное, пожалуй, да. Попью кофе. Что-то будем придумывать. Назар проснется, может, он что-то придумает интересное сегодня приготовить. Вика вспомнила за авокадо. Я смотрела, но думаю, помидора же нету. Вика сделает без помидора. Да? Ой, ну такой бутербродик и я сейчас съем. Конечно. Даже не бутербродик, а это сухарик вкусно с этим. Что, чесночок готовить, да? Особо не, да? Не, нету. Как я это люблю. Ну, конечно, на вид выглядит ужасненько. Но вкусная зараза. Даже не знаю, почему. А этот... А я знаю, что это. Можно... Ну, надо салат как-то будет сделать с авокадо. Но туда надо не такой мягкий, как вылеженный. А чтобы он брусиками такими порезался. Мягкий да, тоже порежет. Да. Дочь, можешь уже выключать? Оно там плавится. Не? Ну, смотри. А мы игрульки, да? Мне так нравится, как она уже садится вот так возле окна, слышь, дочь? И в окошечко смотрит. Вот так сидит, как будто в соседних окнах, да? Вот так сидит и смотрит. Ты игруха, гамнюха. Уже и вечер. Я аж как-то так, мне зябко аж примерзла, уже темно. На улице я поспала днем. А сейчас Сережка уже лег вместо меня. Он сегодня пораньше с работы пришел. И я это. Я встала, а он лег. Короче, у нас сегодня сонное царство. Дети разбежались по гулькам. А я себе еще встала, это варю эти. Яички. Яйца. Вареных яиц мне захотелось. Просто поем. Надо чуть-чуть разоружаться. Мы уже с Сережкой отоспались, отдохнулись. Ты не успел, да, трохи. Ой, что ты мутный такой, а? Я мутный, ну спасибо. Не, на камере. Ну. Вообще не фокусируюсь. Камера, она все видит. О, пересни. Это, ты этот рюкзак берешь. Так, Сережка бежит в магазин. На завтра, в общем, забежал Андрюха и соблазнил на рыбалку. Меня тоже тянут. Нам ну как? Чтобы лунку заныривала. Им скучно без меня. Константинчик сказал, Лариса, по-любому. Да. Да, Сима. На рыбалку рыбу возьмем. Угу. Вот, поэтому Сережка бежит в магазин. А для чего? Чтобы на завтра что-то с собой взять. Ну, бутербродик куда пойдет. Ну, бутербродики я вон и жарю. Термос, чаю сделаем, бутерброды, яйца, сыр не забудь. Давай ты мне перезвонишь еще. Сыр какой? Твердый? Ну, какой решишь? На нарезку? Ну, ты же хотел вот этот в тюбике, не? Я этот возьму точно. Тебя спрашиваю, еще брать какой-то сыр? Как хочешь. Я не хочу. Не бери, значит. Детям на завтра кушать будет чего. Если что, картошки поджарят. И плюс я вон это... Беги, хорошо, выпустим. И плюс этот, я жарю для бургеров. Я думала, в понедельник на школу пожарю. Уже фарш у меня готов стоял. Ну, так как завтра рыбалка, и Назар уже просит. Ну, в общем, ладно. На понедельник оставлю одну на бургера. Потом еще, если что, приготовлю. То есть все. Или с колбасой походит немножко. Вот такие дела. Сейчас еще Андрюха с Лилей придет. Лиля пострижет Сережу.
У них вроде новая машинка. Вот, бо что-то зарос мой мальчишка. И этот. Мы же сыграем Уно пару раз там. Сейчас только 6 часов, в принципе, нормально. И пораньше надо лечь спать, если утром вставать. Не знаю, хотят все ехать одной машиной, а я все думаю, вдруг мне надоест, и я захочу поехать домой. Надо, чтобы наша была под боком. Или Вику позвоню, тогда скажу, хай за мной едет. В общем, подумаю еще, как лучше сделать. Пастригульки. Так, ты скажи, если тебя я тянут, я... А я хочу вот эту штуку показать, что у Андрюхи есть для бороды и тела. Так ты вот этой стрижешь? Да, сейчас вот это. Ага. Для бороды, которая, да? Ну, она маленькая, но в принципе. А там... ты хочешь бороду отпускать, Андрюха? Не, я ее бреюсь. Не, просто, например, можно ж это не бриться, а коротко прям обстригать. Ну да. И не раздражение. Можно не... и бриться. Можно и бриться, да. Короче, Серый сейчас будет красавчик. Сейчас до. Сейчас борода вырастет. И сразу станет красавчик. А машинка-то без провода? Ну, пока. А, это пока не разрядится? Да, она же заряжается. Ты девяткой? Пока девяткой, она начинается как больше, ага. А потом будем снимать. Ой, Серый, как молода копейка будешь. Молода? А ты Шкода, ты Шкода. Я тебе вот так покажу, какая ты Шкода. Все пусть посмотрят на тебя Шкода. Убежала. Вот она, шкодница. Шкодница! Скажи привет! Сима. Давай, Тём. Ой, да, поцеловали. Так как будто лысый Серый. Ну, там, знаешь. Не видно, как направить. Да наоборот, мальчиком клево. Вот так, вот так можно. Не, вот так сделай, таким петушком, типа. Да, да, вот так. Какие ракеты. Смешнючий. Ладно, все, садимся играть. Чай делать ли тебе? Да. И мне тоже. И Андрюха, тебе тоже делать? Делать еще чай? Да, у нас же чайная. Ты ж мои ложи. Уже, давай, доиграем. Ларисе 7 очков надо набрать. 7 очков? Я не добрала 7 очков этих гадов. Невозможно выиграть. Сынулька. Вот она, моя победа. Моя победа, я выиграла. Я ее... Вот она, вот она. Запекла борьба. Да, третья игра. Я аж за чай забыла, не допила. Два лидера таких было. У Сережки не хватало сколько? 6? А, 8, а у меня 7 очков. Капец. Ну зато два раза нас с мельники сделали. Зараза. Ну, все равно последняя игра ваша. Игра престижа у вас. На улице. А это помощница у всех уже на плечах пересидела, переспала. А? На улице минус один. Ну так на завтра тоже Андрей говорит минус один. Минус, вернее, маленький. Ну, мертвый тебе. Мое. Видишь, как это завтра с нами? Привет, спасибочки. Как-нибудь другой раз, да? Переносимся. А? Давай, забираю. Мы хоть циклятые семечки с Андреем доели. Я уже с ними мучилась. Так. Хорошие розетки, кстати, нужно на вооружение брать. Да, хорошие, мне тоже нравятся. Хорошие. Все на местах. Сейчас прибираюсь, чуть-чуть тут посудку помою. Назарка уже покушал. Вика ушла в кино домой. Этот. Ой, вот это трошечки не доели. Ну что ж такое, а? Окошки оставь. Да ну. Хотя вот эту штучку может съесть. Она у нас сладкоежка, оказывается. А да, она финики кушает. Угу. Финики ела. И булочки, кексы любит, такое сладкое все. Так, все складываем. Завтра едем на рыбалочку, поэтому сегодня мы прощаемся рано, потому что сейчас будем ложиться. Хотя уже 11 без 15. Угу. Все, мы ложимся. Говорим всем пока. Всем пока. Поцелуйчики.